Что ж, всем хай, дорогие подписчики и просто случайные зрители. Приветствую вас на игровом канале AC Ghost. И сегодня решил записать данное видео. Оно, конечно, не было запланировано, но так как в последнее время на Steam происходит некий спам, а именно он заключается в том, что определенные то ли люди, то ли боты набиваются вам друзьям. То есть я сохранил для видео два профиля с рекламой неких сайтов. Вот. Не знаю, это настоящие люди или банальные боты, но суть ихняя одна. Это реклама определенных сайтов, на которых, ну, к примеру, давайте откроем, посмотрим эти профили. Вот, к примеру, первый профиль. Здесь рекламируется сайт CSGO Light Gun. Естественно, также к этому сайту прилагается промокод. Здесь указано в описании профиля то, что бесплатно $10 для открытия кейсов на сайте csgolightgun.com. Хорошо. В принципе, по профилю сразу видно то, что, ну, профиль такой нулевый. Уровень стима 2, то есть, ну, ничего не вызывает доверия на самом деле. Не знаю, по крайней мере для меня. Также мы видим на профиле то, что присутствует игровая блокировка. 50 дней прошло с последней блокировки. В принципе, здесь все понятно. Перейдем на следующий профиль. Этот профиль мне добавился в друзья первым. Данный профиль был последним. Промежутки там... Два или три профиля также было с рекламой неких сайтов. В принципе, это не столь важно. Я сохранил два таких профиля. Потом заблокирую после видео, так как больше смысла в них не вижу. Сохранил их только для видео. Вот. Следующий профиль. Прямо в название профиля указано. Бесплатно от 10 до $25 для открытия кейсов. Так, реклама сайта здесь flexdrop.top. Также присутствует промокод для данного сайта. Код действителен до 1.05.2018 или же для первых 100 пользователей, который активирует этот профиль. Здесь тоже уровень стима 4. Что самое интересное, на этом профиле даже CSGO нету. Вот. Как бы такие вот дела. Ладно, с профилями, я думаю, закончили. Посмотрели профиль. К примеру, ну, для примера эти профили. Они все между собой похожи. То есть... Да, встречался один профиль, там где уровень стима 60, то есть как бы все в порядке, но суть профиля тоже реклама сайта, сайта обмана, обманщика. Переходим на вот эти два сайта, смотрим. Оформление сайта вроде бы как бы... порядке, да, то есть, ну, анимированные рисунки, присутствует лента дропа, ну, вроде бы как бы и причин не доверять этому сайту нету, но не тут-то было. Сайты, кстати, можно найти между ними определенное сходство, это по кейсам сразу же говорю. Да и дроп в этих кейсах одинаковый между ними, идентичен. Ладно, насчет этого проехали.
Что ж, зашел я на этот сайт, на эти сайты, попробовал открыть кейсы. На этом сайте давалось $20 для открытия кейсов, на этом $10. Открыл я пару-тройку кейсов. В принципе. Кстати, что еще интересно, это то, что депозит на этих сайтах, пополнить счет на этом сайте можно только с помощью промокода или же скинами. Задепозитить средства сюда, как бы с карты или с любого другого электронного счета, нельзя. Только скинами. Вот, еще один такой момент, который сразу ставит под сомнение репутацию сайта и его цели в целом. Открыл я на этом сайте, как вы видите, 6 кейсов на $20. Они там, по-моему, по 3 чем-то доллара были, неважно. Изначально мне выпал по 250, потом по нарастающей и в конце 2 ножа. Сразу же хочу сказать то, что вам в любом случае выпадет дорогой скин. Это в любом случае. На сайте такой скрипт присутствует, когда человек заходит, новый пользователь активирует промокод, ему в любом случае выпадет дорогой скин, который стимулирует его вывести и сделать для этого все возможное. Нет, ребят, не ведитесь на подобную чушь, потому что вывести скины вы не сможете. К примеру, хочу я вывести любой нож, да, то есть... Ждем проверка вашей ссылки. И здесь мы видим надпись. Для новых пользователей веб-сайт. Вы являетесь новым пользователем сайта. И для вывода вам нужно ввести депозит как минимум на $10. После чего вы сможете вывести выигрышные скины. Ладно, $10, да? Я сначала подумал то, что, возможно, это для дорогих скинов. Ну, давайте попробуем вывести самый дешевый. И на самом деле результат окажется тем же. $10. Прошу прощения. Я должен задепозитить $10, да, для того, чтобы вывести скин на 9 центов. Вы серьезно? Ну, здесь все понятно. Типичный развод. При этом сумма депозита не меняется в целом. На что еще хотелось бы обратить внимание? Я так не буду обострять внимание на чем-то определенном. Пройдемся по некоторым моментам и все. Лента дропа. Если посидеть минут 5, чуть более, вы заметите то, что лента дропа, она дублируется, повторяется, проще говоря. Еще что хотелось бы заметить. На известных сайтах, довольно-таки популярных сайтах, мы можем зайти на профили игрока, профили пользователя и посмотреть его профили, также проверить, действительно ли есть у него в инвентаре данный скин, который выпал ему на сайте. Да, некоторые могут со мной не согласиться, да и могут присутствовать некоторые моменты. Может быть, инвентарь скрыт, или же профиль скрыт. Это зависит от самого пользователя. Но если мы захотим посмотреть даже банально профиль игрока, мы увидим надпись. Извините, для новых пользователей сайта просмотр других профилей других пользователей Steam
Невозможен. Ну, в общем, как бы здесь все понятно. Дабы обезопасить, да, от мошенников. Угу. Ну, нам-то известно то, что на довольно-таки известных сайтах это можно делать. Ладно, здесь мы проехали. Также и последнее, на что хотелось бы обратить внимание, это техподдержка. Напрямую, прямой техподдержки на данном сайте нет. Ну, потому что все довольно-таки хитро сделано. Здесь можно связаться с техподдержкой только по e-mail'у, по электронной почте. И все. В принципе, все понятно. Переходим к другому сайту. LightGun. Сайт идентичен на самом деле. Открылось здесь всего два кейса на $10, которые мне давались за промокод. И мне сразу же выпал нож палочка, за ним керамбит. Городская маскировка. Угу. Интересно. Ну, здесь как бы это не случайность, это неопознанная закономерность. То есть здесь все закономерно на этих сайтах. В любом случае вам выпадет дорогой скин. Ладно, давайте попробуем вывести. Ну, я это уже пробовал, я в принципе знаю, что произойдет, да и вы догадываетесь тоже, я думаю. Для защиты от бота вам необходимо внести депозит на сумму $5, внесено 0. После депозита вы сможете вывести ваши выигрыши. Та же самая... В общем, все здесь понятно. Я бы, конечно, возможно... Ага, пополнение. Нет, пополнение скинами. Пополнить баланс, к примеру. То же самое, что интересно, с помощью скинами или промокод. Просто задепозитить сюда не получится. Возможно, ну, ради интереса, хотя это, в принципе, результат очевиден. Но ради интереса я бы, возможно, попробовал ввести какой-то депозит, если бы у меня были лишние скины. Но так как скинов у меня лишних нет, скины все те, с которыми я бегаю, я водить не собираюсь, рисковать ими не хочу. Я думаю, вы меня понимаете. Поэтому здесь все понятно. Та же лента дропа. Посмотреть профиль игрока мы не можем, извините, но для новых пользователей сайта запрещен просмотр других профилей Steam во избежание мошенничества. То же самое. Поддержка. Если у вас возникли проблемы или идеи, свяжитесь с нами по электронной почте. Да, конечно. Вот, в принципе, вот такой вот развод, ребят. Не стоит доверять подобным сайтам, обязательно проверяйте ленту дропа, можно ли посмотреть, проверить, действительно ли выпадают здесь скины методом просмотра профиля игрока, потому что на большинстве известных сайтов это можно делать. Обращайте на эти моменты внимание. В принципе... Это все, что я хотел сказать по поводу данных сайтов. Вот, поэтому блокируйте подобные профили, обязательно проверяйте их, скажем так... Подлинность этих профилей, боты это или не боты. Обращайте внимание на различные мелочи. В принципе, это все, что я хотел сказать. Будьте осторожны, берегите ваши скины.
берегите ваши аккаунты от мошенников, потому что их на Стиме сейчас хватает. Просто блокируйте их всех и все. А на сегодня буду с вами прощаться. Надеюсь, данное видео оказалось хоть чуть-чуть полезным для вас. Если это так, ставьте большой палец вверх. Если вы являетесь новым, скажем так, пользователем на канале, подписывайтесь на канал, если вам, скажем так, это интересно. Довольно-таки часто и выходят видео по различным играм. Также в будущем планирую возобновить стримы по CSGO, матчмейтинг и все такое. Ну, а с вами был игровой канал AsiGhost. До скорых встреч. Увидимся. Пока-пока. И будьте аккуратны.